В рамках визита святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в город Брест 21-22 июня 2015 года клир и паства Брестской епархии с благодарной любовью и просьбой первосвятительских молитв преподнесла святейшему икону, которой приложили золотые руки кудесники ювелирной мастерской «Золотой мастер». Под руководством Владислава Абрамовича команда ювелиров в лице Сергея Жигара и Андрея Рудко оформила оклад и рельефные нимбы иконы, на которой изображены брестские святые. Специально для своих подписчиков ювелирная мастерская «Золотой мастер».